Мамы, папы, здравствуйте. Представляем вот такую коляску Атабок Старт Джуниор. Детская подростковая коляска, можно сказать, облегченная либо активного типа. Выпускается с разными ширинами сидения от 28 до 38 сантиметров. В комплекте паспорт на русском языке, комплект инструментов с чехлом и насос. Противопролежневая подушка 5 сантиметров. Поясной ремень. Ручки для сопровождающего. Подлокотники откидные. Сам подлокотник мягкий. Колеса здесь могут быть установлены разных диаметров от 20 до 24 дюймов. Но чаще всего в такой комплектации 22 дюйма. Чаще всего пневматические, но могут быть и цельнолитые. Так, ширина сидения у данной модели 30 сантиметров, но, как я уже сказал, выпускается от 28 до 38 сантиметров. Ширина сидения здесь не регулируется, но регулируется глубина сидения. Это можно сделать. Подножки с регулировкой по высоте и съемные. Стояночные тормоза, опрокидыватель слева и антиопрокидыватель и опрокидыватель. Ну, как видите, в красном таком позитивном цвете. Такие коляски можно порекомендовать детям, у которых развитые верхние конечности, то есть могут самостоятельно передвигаться и контролировать свое тело. Также такие коляски у нас иногда приобретают и дети с ДЦП в легкой форме, которые могут это делать самостоятельно, двигаться на ней. Коляска легкая, складная. И, как я уже сказал, что если ребенок сидит хорошо, верхние конечности развиты, то вполне можно порекомендовать, потому что она действительно компактна. Рекомендуем рассмотреть такие коляски. Выглядят и коляски достойные на самом деле.